обычной жизни каждый человек ходит на работу, встречается с друзьями, занимается спортом, имеет хобби и увлечения, живет со своими планами и мечтами. Но есть те, кто стесняется носить короткую одежду, посещать пляжи и спортзалы. Это люди, которые вынуждены использовать протезы рук или ног. С 2018 года проект «Сикавер» занимается вопросом изменения внешнего вида протезов нижних конечностей. Мы помогаем людям, прошедшим протезирование, сделать их жизнь ярче и преодолеть желание прятать свой протез. Наш проект производит косметические накладки, которые мы называем контур-кавер. На контур-кавер можно нанести любое изображение или рельефный рисунок, тем самым преобразить внешний вид протеза, сделать его похожим на современный гаджет. Кроме того, наш проект способствует специальной адаптации детей и людей, которые впервые столкнулись с необходимостью использовать протез. Отличаться от других не значит быть лучше или хуже. Главное — найти себя и быть собой.